Познакомиться с работой госавтоинспекции не по картинкам. Букваря лично смогла группа юных жителей Сергиевского района. Познавательную экскурсию для школьников Кармала Делякова провел отдел ГИБДД. Ребята смогли пообщаться с действующими сотрудниками ГАИ. Все было с примерами, с историями из практики. Дети узнали о возможных дорожных ловушках и о том, почему так необходимо использовать световзвращающие элементы в темное время суток. Школьники посетили регистрационно-экзаменационное отделение, где им в будущем предстоит доказать готовность стать водителем. Малышам точно запомнился класс для приема экзаменов. Побывали дети в отделе исполнения административного законодательства, который контролирует оплату штрафов. Ребят провели по штрафстоянке и показали класс службы, где личный состав пополняет свои знания. Но самые яркие впечатления юным гостям подарили инспекторы ДПС, показавшие свой патрульный автомобиль. Дети получили возможность посидеть за рулем, пообещав всегда-всегда соблюдать правила дорожного движения.